Земля, я Толян, как слышите меня? Толян, я не Вован, слышу тебя конкретно. Начинаем передачу информации из космоса. И что же произошло за ту неделю, пока нас не было на Земле? В Солнечной системе, на планете Земля, из берегов вышла великая и прекрасная река. И это стало не просто опасно, а даже смертельно опасно. Да? Как же это связано с твоей следующей игрой? Не успела Республика отойти от затопления, как вышла игрушка на Sony PlayStation со страшным названием «Смерть на воде». Название игры в оригинале «Dead in the Water». До такого злободневного названия додумалась компьютерная фирма ISC Games. Игра не имеет никаких возрастных ограничений, полный no limit. Вас ждут не дождутся аж 13 неистовых крэзи характеров. Каждый не только отличается фейсом, но и имеет свое плавсредство и спецудары. 3D-волны и течения создают приятное настроение. Буквально стихами можно говорить о симпатичной графике. Вам предлагаются два режима игры – чемпионат и сражение. Как и повелось, в режиме чемпионата вам нужно всех разорвать и заколбасить, при этом закоцав и раздолбив их никульные точилы, что в переводе означает первым пересечь финишную линию. В режиме битвы у вас начинаются жестокие разборки, как будто вы вышли погулять по ночному Якутску. Благо, у этой игры всегда можно нажать кнопку сброса. Резюме, игра полностью ответна. Толян, а ты нигде не встречал мужчину с таким высоким, стройным, но извилистым лбом? Встречал. Он сидит слева от меня. Не мутируй. Если честно, то не встречал. А я встречал женщину с таким же лбом на коробке диска моей следующей игры. Игрище называется Klingon Honor Guard. Женщина, нарисованная на коробке диска с огромным и извилистым лбом, мне сразу же понравилась. Долгожданный хит «Ха» с большой буквы, созданный на движке Unreal. Сюжет этой игры основан на суперэпизоде «Зубрила против Ротаксиса» из телевизионного сериала «Стуртрук» из серии Generation Next. Непосредственно в самом бою вы можете использовать целых 10 видов вооружения. А это, кстати, больше, чем в Unreal. И более 20 киллеров, наполовину людей, наполовину лосей, с усложненным интеллектом, будут помыкать вами во время всей игры. Игра состоит из 7 разнообразных миров и целых 25 уровней. К тому же полная русская версия и убийственная поддержка 3DFX напрочь прикуют вас к своему мощному писюку, после чего у вас отпадет всякое желание есть, пить и другие сладости жизни. Так что делайте выводы, я свой выбор сделал. Вам еще не захотелось выиграть этот диск? Для этого вам требуется всего лишь ответить на вопрос, который задаст вам я. Итак, какого секретного пилота вы получаете по прохождению игры Dead in the Water? А связаться с нами вы можете по телефону 420969, абоненту 664. Кстати, меня всегда интересовало, что это за странный блок в нашем космическом корабле. А по-моему, тут написано «Система экстренного выброса отходов». А это что за кнопочка? Давай ее нажмем. 2, 1, fire! Новая реальность!